28 мая в Городакском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса Гобу Парк 3 возведенного для вынужденных переселенцев. В открытии приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мигри Баналиева. После знакомства с комплексом президент Ильхам Алиев и первая леди Мигри Баналиева встретились с группой вынужденных переселенцев. Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.